И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Afterlife, все так же на сервере Savage PvP10X. Я мельком показал вам в прошлой серии изменения. А в общем, генератор у меня получилось установить туда, утопить. До него, кстати, не достану, только если через скалы научится ходить и стрелять. Здесь у меня стоит станок, здесь у меня стоит холодильник. Из S плюс я поставил сюда, это все здесь, также все на своих местах. Здесь у меня книжный шкаф с чертежами, и все как бы хорошо. Кстати, с этим столом, как вы знаете, здесь при появлении сразу 4 свитка, но 504 слота для хранения, так как свитки убираем и получаем 4 дополнительных слота для хранения. Вот такой вот маленький забавный баг, но в целом неплохо. А вот, печка, кстати, просто тащит где-то... Короче, если вкратце, весь мой металл, который у меня здесь есть, и вот здесь, короче, здесь около 3000, господи, что-то... обновление GeForce, блин, NVIDIA. В общем, более 3000 металл, то есть более 3000 более 6000 металлической руды на одном бензине пережарил. Это учитывая, что я 3000 сюда закинул, 3,5 сюда закинул, включил, улетел, но улетал еще почти 3000, прилетел, закинул, и оно ее дожарило. То есть на одном топливе около 10000 уже металлических слитков он пережаривает. Просто кайфовая печка, и на одном бензине это вообще просто кайф, как долго, как быстро и как долго бензин здесь работает. В общем, сделал я маленькую заготовку под кибиточку. Где мои ворота? Вот они ворота. И так, кстати, топорик мне не нужен, так что скинем его. Хотя не, пускай суется у меня. Бегемоты, кстати, интересный факт. Если вделать бегемоты из S плюс мода, то он создается в 2 раза дешевле, то есть по 450 места по 900 обычные. То есть обычные стоят по 900, из S мода стоят по 450, то есть 2 раза дешевле. Ну вот, собственно, и все. Я подготовился, сколько смог, длинную винтовку создал, так как у меня были дротики. Взял стрелы, взял арбалет, самый басявый, что у меня есть. По факту лучше всего, конечно, создавать это пику, либо вот эти вот стрелы. Но все упирается в Toxic Blood. У меня его нет вообще. Вот, там 2 штучки, это ни о чем. Вот, поэтому, как бы, на этом уже все. Давайте газуем. Эта серия у меня будет посвящаться тому, как же все-таки оглушить этих сраных лягушек. Лягушек, будем охотиться на лягушек. О, машина за окном газует. Вот, в общем, там желтый луч, я вижу его, надо его залутать. В общем, вроде как пока что все нормально. Мой угорь еще не помер. Да, это я термошкаф убрал, вот он. Угорь мой еще живой, тусуется там, все нормально. Конечно, лучше бы где-нибудь его поблизости построить базу, но я, наверное, его перевезу поближе. Но пока что пускай там тусуется. Такс. Давай. Эй, Трайк, подожди. Не спеши, Трайк. Чиги. Мегатерий. Отлично. Я даже не знаю, кто это из них, из новых. Но на него теперь у меня есть седло желтое. Да. Альфа-човская, это синее простое есть, просто говоря. Ладненько. В общем, погнали на болото. Заодно проверю этого своего чубрика. Ну вот, собственно, начинается одно из важных, оно же и сложных событий, я бы даже так сказал. Твою мать. Вот ты-то мне здесь очень сильно нужна, сраная виверна. Power виверна. Power зомби, верно. В общем, что мне сейчас нужно сделать? Мне сейчас нужно сделать загончик. Конечно, еще бы не помешало бы сделать домик. А еще бы не помешало бы избавиться от этой странной змеи, которая у меня здесь тусуется. Вот, которая мне явно будет сильно, очень сильно мешать.
И где ты, овца? Куда я тебя скинул? А, я тебя в воду скинул, отлично. О, да ладно, ты по болотам бегаешь. Твою мать. Вся проблема в том, что ДНК добывается после усыпления, а сердца добываются после убивания. И вот в этом-то и вся, пожалуй, загвоздка. То, что, чтобы добыть эти альфа-ДНК, нужно усыпить того самого альфача. То есть сердца добываются со всех одинаково. А, то есть любого альфача убиваешь и добываешь сердце. А вот ДНК нужно с определенного. То есть мне нужен ДНК жаба. Окей, я убиваю жабу. Точнее, усыпляю жабу. Да, в этом-то и вся загвоздочка, пожалуй. Ну, ладненько. Пожалуй, сейчас самая главная загвоздка — это вон та тварь летающая на крыльях ночи. Да. Уж с лягушками-то как-нибудь что-нибудь придумаем. Да. Но, вроде как... улетела за экран, и на том хорошо. Так, что мне сейчас нужно? Мне сейчас нужно пробовать ставить вот так вот. Да ладно, она там! Она над моей башкой пролетела, оказывается. Ёпта, уж налево. Я очкую. Так. Первые ворота. Да, это все придется делать на весу, так как я не могу спуститься в воду, так как там всякие сарка и бионаксы, или как там, там, биоксы. Эта тварь тут летает. Это кобзда какой-то. Это какая-то кобзда. Ну какого фига ты, тупая тварь, тут решила полетать, а? Так... Воу! Да уж, самое то погодка. Так, отлично. Делаем маленький загон. Как видите, они уже застревать стали. Хорошо. Это именно то, что мне сейчас и нужно. От моего загончика импровизированного. Импровизировал от моего загончика. Так. Ну же. Черт побери. Не получилось сразу поставить. Ах, шайтан. Коробка. Оу, да. Оу, е, а что мне это дало? А ни черта мне это не дало. Ну ладно, хотя бы энергию восстановил, на том хорошо. Ну блин, ну нафига ты мне тут нужна, овца тупая, блин, летаешь тут. Скотина. Ну да, получилось. Надо было так просто немножечко пролететь. Как видите, это очень кропотливая работа и заставляет понервничать еще эта свинья летающая. Оу, я... А еще самое главное, если я на птерчике попаду в воду, то это все кобздец. Ну, кому я рассказываю? Вы так сами прекрасно знаете, что это будет сразу же кобздец. Такс. У меня здесь есть фундаменты. У меня есть стенки. Так что я предлагаю сейчас сразу же возвести себе домик. Опаньки. Отличненько. Какой-то дерьмовый домик получился. Ай, черт побери. Ну ладно, пока что. Ну так, пускай будет. Хоть какая-то платформа появилась, и на том хорошо. Так, и надо уже... О, отлично. Теперь уже стало получше. Не, вот эту фигню надо все убирать. Эту фигню надо все убирать. Такс. О, как тяжко. Так, все. Спрыгиваем. Семерочка. Вниз. Раз, два, три. Сломался. Ну и насрать на тебя. Так. Так, так, так,
Отлично. Импровизированный домик потихонечку начинает очерчиваться. И мне здесь нужно, ладно, стены ставить уж не буду, но и в баню. Ладно, поставлю. Раз уж они у меня есть, поставлю. Тип защита. Ай, блин, 7. Ой. У меня еще осталось 2 ворот. И, кстати, у меня 2 лягушек. Это вполне достаточно должно быть. Так что я очень рассчитываю на них. Что будет все хорошо. Ну почему не ставишься? Отлично. Ну давай, мне еще вот сигналками под окнами не надо. Буянить. Все. Честно, я очень жестко очкую. Что эта тварь сейчас туда прилетит? Так, ладненько. Ну алло. Так, ладно. Подобрать. Скинуть. Управлять. Отлично. Мне бы, конечно, здесь лестницу бы сделать, но и на этом хорошо. Что я вообще здесь могу хоть где-то встать на этом сраном болоте? Так, что? Будем пробовать сыпить. Ой, ёпта. Она за мной бежит. Они все за мной бегут. Они все за мной бегут. Интересный поворот событий дня. Эй, сущи, да, выпрыгнули. А вот это уже подставочка. Так, ну по факту я могу, значит, отсюда сидеть и стрелять, да? Только куда-то надо убрать. Стенку. Убрать стенку. Так, ну и тебя бы отодвинуть тоже не помешало. А то чутка мешаешься. А спрыгивать я буду вот так вот, на всякий случай. Блин, я очкую с этой тварью, летающей здесь. А еще боюсь, что я просто-напросто свалюсь. Да, ПВП-шер из меня очень даже дерьмовый. Ну алло! Слышь, скотина? Хорош буянить. Я наверх хоть смогу подняться? Отлично. Хоть наверх смогу подняться. А чё она забагалась тогда, когда мне это не нужно? Не, ну это конкретно подстава какая-то. Слышь, алло. О, попал. Да блин, ты туда даже ни разу не летала. О-о-о. Баллистика. Ненавижу тебя. Не спит. Интересно, я узнаю, что она дрыхнет? Типа, вверху лапками все дела. А вообще, торпор сохраняется или все плохо? Интересно. Спайглаз все-таки в этом плане и тащит. Кстати, да, я ногами 2,5 постоянно играю. Это моя стандартная гамма. Ой, все, закончились. Отлично. Это моя стандартная гамма, я тут высчитал. Уснул, что ли? Погоди-ка, я не буду к тебе туда бежать сейчас сразу же. Нет, не уснула. Просто козлина на дно засела. Блин, как дерьмово без прицела, если честно. Thank you.
Да, уж. Ух ты ж, господи, надо эти дротики делать. Да. Ёб твою мать! Нифига себе прыгает она овца. Иди отсюда! Я понимаю, что ты лягушка. Иди в баню. Пожалуйста. Иди в баню. Оу, попал. Здорово. Наобум стрельнул. Да уж, хоть маркером чертит крестик долбанный на экране. Вообще не знаю, куда я стреляю. Ага. Ладно, стрелять. Интересно, она спит или не спит? Проверять что-то я не хочу. А надо. Не спит. Скотина. Тролль долбанная. Блин. Пошла в зад. Сраная лягушка. Это мне реально везет. Эй, слушай, давай ты не будешь выпрыгивать, да? Не спит. Я тебя драл во все щели. Просто рванул он нафиг, как делать нефиг. О, вернулась что ли? Нет, это, короче, не дело. Надо их закрывать в ловушке. В ловушке. Что-нибудь придумаем? Так, короче, у меня появилась мысль, что да когда где сделать, благодаря Ольге, она мне, так сказать, помогла. У меня пришла мысль, она помогла мне понять, проканает эта мысль или нет, об этом все узнаете. Но суть в чем, лазию я, короче, прилетаю я к себе на остров и смотрю, здесь Карна 135 бегает. Я такой, думаю, ну окей, также загоняю раптор в ловушку, думаю, блин, да нафига надо? Забегаю и напал со спины. Так как раптор, когда бьет, он замедляет врага, то мне Карна практически не нанес дамага. Вот все, что он мне нанес. Убив его, я получил вот этот весь лут. Конечно, спирит гиганта, гигантозавр седло, это, конечно, да, это, конечно, прикольно. Но суть вы видите, в чем я повыбивал. То есть вот это вывел по одному повторю. В общем, дофига, особенно 27 токсик блат, это, конечно, здорово. Также сейчас подготавливаю себе нужные ресурсы, а именно порох готовится у меня потихонечку, не торопясь. Вот, чтобы делать пули. Пули. Вот они, пули. 12 пороха, все дела. Пули же я, в свою очередь, буду переделывать в дротики. Ну, а для этого мне нужно будет сейчас притомить трайка. Ну, понятное дело, это я сделаю все за кадром. Ну, если вы не поняли, это маленький отчет от того, что я делаю. Ну вот. Притомил себе трайком, чтобы лутать побольше наркобериков. Так как он лутает явно намного лучше. В данном случае она. Хотел притомить 45-го левела. Это 15-го левела притомил. Хотел притомить 45-го левела. Ну, в общем, дилка напал на меня. Я слеп. Трайка оглушил только в воде. Там манта убила. Потом они на меня что-то бочку решили покатить. Этот подводный мир. Ну... Я с раптором пришел и показал им, что да, когда, где. В общем, теперь подводный мир около меня немножечко бы уменьшился на где-то штук 10 мант и штук 5 акул. Ну, блин, бывает такое. Вот, зато у меня теперь рыбьего мяса что-то около по 4000. Вот.
Добываю те самые нужные мне наркобарики, чтобы и стрелы можно было состряпать, и не только стрелы. Так, что у тебя тут? Ага, уносливость заканчивается. Отлично. Вот, стрелы, дротики, все это нужно создавать из наркобариков. Они требуют немало. Один дротик требует 50 наркобариков, а это уже довольно-таки дофига. Ну вот, хотел притомить Аргентависа, в итоге томлю Кецалькоатля. Пятый левел, но все же. Ну там летает. А, терчик летает, отлично. Фу. Ну, Кецаль тоже неплохо, даже лучше. А, кстати, я же не сказал, как я его притомил. Летал он около скал, приземляюсь, дротиком первым попал. Понятное дело, именно, ну, таким улучшенным модовым дротиком. Он от меня улетел. Я пока перегруппировался, он опять улетел. В итоге потом вторым дротиком он рядом со скалой прилетел, около которой я его томил. И, собственно, вторым дротиком попал, и все, он уснул. То есть, по факту получилось очень легко, два дротика. Если в обычные, там, ну, дротика бы три потратил. Но мне повезло то, что он рядом со скалами летал. Рядом с такими скалами, на которых я бы мог приземлиться птером и его спокойно притомить. В общем, повезло. Повезло мне и повезло. И хорошо. Фу. В общем, собрался я и лечу. Так как у моего Кецаля здоровечка очень мало и выносливость тоже ни о чем, я в него закинул бутыли на здоровье и на выносливость. Для чего я это все делаю? Ну, кто человек умный, кто успел, так сказать, за это короткое время догадаться, тот догадался. А всем, кто не успел пока что еще догадаться, я рассказываю. Альфа лягушка. Чтобы мне меньше возиться с попыткой застроить ее в своей среде, я просто придумал, мне пришла мысль, а что если Фаргентависом поймать лягушку? Я у Оли спросил, это что, если что, администратор, можно ли ловить альфа-лягушку типа Аргентависа? На что она мне написала, можно, и все. Ну, а тут, собственно, у меня попался под руку Кецаль. Тогда почему бы Кецалем не поймать? Вот им-то уж точно можно словить без вариантов. Конечно, он у меня медленный, конечно, он у меня слабенький, и это все понятное дело. Скорость я ему до 150 выгнал, выносливость чуть качнул, здоровье чуть-чуть качнул, но это пока что мало что дает. Бутылей на экспу здесь нету в этом моде на раскачку и так далее, поэтому я здесь ничего сделать не смогу. Как видите, пролетел я немного, а уже устал сильно. То есть пролетел я четверть пути, может треть пути, а уже практически выносливость на нуле. Что означает, бутыли мое единственное спасение. Вот, поэтому как бы потихонечку, методично, господи, лечу и надеюсь, что меня лягушка не заглушит, либо еще кто-нибудь, типа Сарк и так далее, и кто-то там, блин, на меня не выпрыгнет и так далее. Очень буду надеяться, что мне просто-напросто повезет. Кстати, свою ловушку я поднял на несколько этажей, но вы это, думаю, увидите. Да даже если все будет фигово, все равно увидите. Ну, я ж на базе респанусь. Кстати, пока я лечу, вспомнил, увидел озера, вспомнил. Я не знаю, то ли это в моде так, то ли что, но что-то сделали с бобрами не то. Бобры теперь не агрятся. Я их не плотину, прям у них перед носом лутаю, они теперь не агрятся. Раньше просто думал, ну типа далеко, а то все ближе. А тут думаю, ну блин, ладно, за тысячу, прям перед носом лутаю. Нифига. Не агрится больше. То ли это в моде такая фигня, то ли это в реале такая фигня. Так что напишите, так оно или не так на обычных серверах, типа бобры. А то начну пытаться на обычном сервере лутаться, и все, кранты мне будет. Ёптель-моптель, а это кто там фиолетовый у нас такой бегает?
Ё, просто это ж этот должен по идее быть титанозавр. Но судя по вот этим всем шипам и так далее, это должен быть титанозавр. Блин, это конечно да. Это, конечно, я помню, как он летал, если что. В одной из первых серий я видел, он летал. Не знаю, из-за чего, но он летал. Может, его кто-то, ну, кто-то его просто вез, но все равно очкую. Вот, подлетаю уже к болоту, и я тут вспомнил, пожалуй, еще одну проблему, о которой я вечно забываю, это же PvP сервер. То есть меня тут просто могут мимо пролетающую вальнуть и даже не заметить, как говорится. Проблемка. Ну, просто я здесь видел дракон, летает все дела, и это, если что, очково. Ну, да и бог с ним. Сейчас самое главное попробовать все-таки, проканает моя система или же нет. Да, еще найти, где я эту тварь находил, этих лягушачьих отродий. Да уж, как-то все фигово. И очень очково, я бы даже так сказал. Так, вижу, лягушатинки я. Вижу, не получилось. Фигово из меня рыбак. Так. Это обычная лягушка, самое главное ее не зацепить. Мне она просто нафиг не нужна. Так, нет, надо отдохнуть. Надо отдохнуть. И без лишних нервов уже пробовать ловить. Здесь еще альфа-лозавр бегает. Это просто кайф. Конечно же, все в кавычках. Это сарказм. Я, честно, не представляю, что я буду делать дальше. Вообще, в целом. То есть я, по сути, по факту, я примерно эту серию записывал час. То есть я притомил трайкой, я сделал дротики вот эти все в таком количестве. Я, короче, сделал столько всего. Кицали притомил, добыл на него жемчуг, чтобы седло сделать, причем с плотин, и так далее, и так далее. Я столько всего сделал, и это практически всего лишь час. Блин. Не про канала. Нужно ниже. Лягушка, иди отсюда. Парю тебя. Оу, Отлично! Я ее поймал! Я ее поймал! Жирненькая, желтенькая. Ух, летит лягушка-путешественница, ешкин кот. Мне реально напомнила эту сказку лягушка-путешественница. Только там они ее везли, гуси везли на палке эту лягушку, и она летела. А тут, по факту, я ее просто в когтях везу. Но тоже лягушка-путешественница. Ох, блин, надо на листочке написать название серии, блин, я ж забуду. Так я и назову эту серию. Ха-ха! А знаете, в чем самый главный прикол? Чем ближе к концу вот это долгое путешествие, тем сильнее страшно, что ты все закосячишь и испортишь. Вот, как видите, я очень сильно поднял свою ловушку. Поднял ее из дерева, так как не вижу смысла делать ее из камня и так далее. Так, стоять. Ага. Чутка отцепилась не там, где нужно. Да, теперь вот в эту вот эту цель мелкую надо умудриться еще попасть. Для Кицали она очень мелкая цель. В том плане, что я еще до сих пор понять не могу, как надо сбрасывать. Ну да, почти правильно. Стой, гад! Стой, куда летишь ты, ёб твою ж налево? Стоять! Ёшкин матрёшкин. Путешественница долбаная. Так, и... Опаньки! Отлично! В ловушечке. Все как надо. Теперь нужно спокойно приземлиться. Кстати, мне еще нужно будет сегодня
налутать камня, закрыть всю эту крышу. Теперь мне 100% нужна будет крыша. Вот, и все просто здорово. Так, ну это все пускай в тебе так и останется. Такс, а мне сейчас нужна винтовочка, дротики. Пожалуй, еще увеличительное стекло нужно взять, чтобы посмотреть, сколько у него торпора. У нее. И все, пожалуй. Я надеюсь, мне этих дротиков хватит. Так, не то. Ну-ка. Надеюсь, ты меня не завалишь. Ну какой сраный куст, ёшкин матрёшкин. 25 тысяч. Отлично. И сколько я в тебя всаживаю? Ай-ёпта! Хорош! Ага, можно так сказать, нифига я в тебя не всаживаю, да? Точнее, торпорчик сразу же спадает, так что то, что я там делал, это полная фигня. И единственное, что нужно делать, это вот так вот оглушить. Ясненько. Ну, кстати, в такой вариации можно и копьем глушить. Но у меня единственное, это токсик блада нету. Нифига какой длинный язык. Ну, тут уже как бы легче. Тут уже реально легче, так как без лишних заморочек я могу ее спокойно оглушать, и она никуда не свалит. Это лягушка-жаба. Тот. Ну вот это вот сейчас не нужно было промахиваться. Бегает, значит, все плохо. Ёб твою ж мать, нафига я так близко подошел? Вот я лошара, а. Это было очково. Это было реально нереально очково. И сейчас все начинать по новой. Фак. Реально надо копье делать. Транквил копье мне сейчас здесь очень сильно поможет. Сраная овца. Дротик добрать могу этот? Нет, не могу. Ладно. Давай по новой. Да уж. 20-й дротик. Чё-то я уже начинаю сомневаться, что я хоть что-то смогу ей сделать. Сейчас будем переключаться. Да. Сколько я не стрелял, торпор не накидывается. А почему? А потому что дротики чутка не канают. Это фигово уже. То есть я по факту сейчас все дротики, которые в него впустил, это полная фигня. Чем оглушить? Чем оглушить? Оглушить. Единственный вариант — это создавать транквил пику. Фотон батареи. Фотон батареи нужно из гелиудильщика. А чтобы создать гелиудильщика, мне нужно сера. Так как я у нас тут на сервере имеется такая возможность создавать гелиудильщика. Здесь токсик блад нужно. Лучше токсик блад потратить на Poison Spear. Толку будет больше. Фигово! Фигово. Фигово именно то, что у меня токсик блада не так-то уж и много. Всего лишь 29. Но хотя бы хоть что-то. Так, ладненько. По-моему, единственный вариант — это пробовать набивать токсик блад. Потому что вот этот вот мазохизм с дротиками явно не канает. Да. Буду пробовать. Ух. Всякое бывает. В общем, пошел я за токсик-бладом. На острове я себе никого не нашел, кроме альфа-раптора. Но он бы меня бы раздербанил. Проблема в том, что какая-то фигня опять началась на сервере. Видать, кто-то кого-то нашел еще веселого, помимо Дуду Рекса, про которого я уже говорил. И, собственно, такая вот проблемка мы сейчас, такую проблемку мы сейчас имеем, в том плане, что сейчас, секундочку,
Проблемку имеем в то, что ну просто сервак вылетать начал. Ну и понятное дело, дальше продолжать немножечко нет возможности. Но вы все прекрасно уже понимаете, как нужно ловить этих долбанных лягушек, и это самый легкий вариант, нежели строить на болотах и так далее. Просто ловишь, приносишь на базу, скидываешь и усыпляешь. Как усыплять, я это еще, конечно же, вам покажу, расскажу, но это уже будет в другом выпуске, в котором мы наконец-таки доберемся до улучшения нашего угрика, который все еще ждет и находится рядом с островом за воротами. Ну а на этом я уже буду с вами, пожалуй, сегодня прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, все. И заговариваюсь, у меня уже пол первого ночи. Все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока. Ну, лайки, подписки, все дела. Ну, вы и так все прекрасно знаете. Пока.